Интересный ролик подписчик прислал. Короче, орка взяли в плен, но он у него сломана нога. И ему войсковый ЗСУ говорит, что мы бы тебя взяли, но нам идти обратно, вот там, где наш пункт, 8 часов ногами. И ты не дойдешь. То есть тяжело просто идти 8 часов. А с поломанной ногой ты не дойдешь. Поэтому тебе придется терпеть. И ты должен надеяться на то, чтобы мы шли. Я сейчас иду в штурм, чтобы я убил всех твоих сотоварищей, и тогда мы сможем отвезти тебя в больницу. То есть мы тебя отвезти в больницу сейчас не можем. Это 8 часов назад, если ноги здоровые. А у тебя ноги больные. Нога поломана. Поэтому ты лежишь, ты не стонешь. Вы пришли, вы убили наших детей, вы убили наших мальчиков, девочек. У нас матери не дождутся детей. Но мы тебя убивать не будем. Мы просто пойдем сейчас на штурм, и ты будешь надеяться, чтобы мы убили всех твоих сотоварищей, взяли эту точку, и тогда мы отвезем тебя в больницу. Йорк говорит, да, я надеюсь, что вы победите в этой войне, я смогу получить свое медицинское обслуживание. Слава Украине!